Leonardo. No. Donatello. No. Michelangelo. Donatello, Michelangelo. Not with us. Вообще, игра Команч 3 предназначена для истинных ценителей настоящего боя. Для тех, кто любит насладиться именно захватывающими моментами воздушной схватки. Нигде больше вы не получите такого ощущения полета, как на вертолете. Тем более, что можно потом увидеть себя и со стороны. А после миссии посмотреть видеозапись своих выкрутасов. Должен отметить, что в результате бесконечных улучшений игра стала весьма требовательной к аппаратной части. Играть в нее можно только на компьютере с процессором не ниже Pentium. И с оперативной памятью не меньше 16 мегабайт. Зато игра очень хорошо идет как под DOS, так и под Windows. Под Windows даже лучше, потому что она не требует никаких дополнительных оперативных установок. Вы можете даже установить режим объемного изображения, правда, для этого вам понадобятся специальные очки. Авторы игры кричали на всех углах о невероятной реалистичности своего детища. Действительно, не согласиться с ними нельзя. Пейзажи и ландшафт не только натуральны, но и имеют естественную реакцию на ваши действия. Например, из пушки вы можете снести макушку какой-нибудь пальмы или елки. Можете винтом случайно задеть пролетающую мимо птицу. Это, конечно, хорошо. Но вот что касается самих миссий, то несколько непонятно, почему при всей реалистичности игры, по окончании миссии, вы не можете сами вернуться на базу и прочувствовать те радостные мгновения, когда сердце сжимается от счастья при появлении на горизонте черта незнакомого аэродрома, когда вы, что называется, дотягиваете на честном слове на одном крыле, чтобы гордо вывалиться в руки своих товарищей и промелывать из последних сил. Я сел, командир. Нет этого всего, и очень зря. Как я уже говорил, у вас есть напарник. Этот напарник вечно прет на рожон и ввязывается в крупномасштабные боевые действия, причем сам тут же погибает, и вам приходится разбираться с превосходящими силами противника. А можно было бы просто тихо прокрасться за горой. А теперь, внимание, секретная информация. Если вы чувствуете, что честно пройти миссию вам не удается, то попробуйте воспользоваться одним из этих секретных кодов, которые вы видите на экране. Для того, чтобы ими воспользоваться, нужно нажать клавишу R, а затем ввести код. Первым кодом вы убираете все повреждения вашего вертолета. Второй код позволяет вам сделать так, что все враги вокруг вас замрут на месте и не будут ничего делать, кроме того, как висеть в воздухе или тупо ждать на земле, пока вы подлетите и тихонечко расстреляете их в упор. Ну вот и все на сегодня. Это была игра Команч 3, и я прощаюсь с вами. До новых встреч. Искренне ваш, Сидоров.